Уже завтра Россия отметит День защитника Отечества. 21 февраля в честь него в киноконцертном зале «Смена» прошел праздничный концерт. Со сцены всех гостей поздравила заместитель главы администрации города Вера Соколова. Уважаемый настоящий мужчина, самый правильный был хэштег у этого мероприятия – «Праздник настоящих мужчин». Я позволю себе начать череду поздравлений в ваш адрес именно вот с этого девиза. Потому что есть люди профессиональные военные, есть люди, которые своей работой выбрали для себя защищать страну. Но есть люди, мужской пол, который ежедневно, вне зависимости от занимаемых должностей, делает важное дело в своей жизни. И кого и как он защищает, и куда он идет, он сам решает. И именно эти мужчины, на мой взгляд, и настоящие. Пусть у каждого из вас рядом будет то, что вы себе однажды нагадали. Пусть у каждого из вас, если вдруг придется, ну так сложится, защищать страну, будет сила и понимание, что вы и семью не предадите, но и родине нет, не скажете. И пусть у вас, у каждого, будет много-много здоровья. Вы ставьте задачи, а мы способны их исполнять. С праздником! После поздравлений и чествования представителей сильной половины человечества началась концертная программа, подготовленная творческими коллективами города и культурно-досуговым объединением. Весь набитый до отказа, я привез их всех на базу, всех и сразу. Хоть мне трудно на высотах, взял я всех живых трехсотых. Николай Теплов, Тволк, городские порталы.